поэтому здесь никаких вопросов нет. Ну, вот, кстати, чем славится пока же попытка удара, а вот здесь пойти еще удар, 1-0! 1-0 счет становится, и, пожалуйста, в прошлом моменте дошли споры о пенальти голом. Давайте смотреть. Вот момент, после которого немножечко загудели болельщики Слави. Вот здесь падение. Но там пенальти не было, там был момент, что ах, вот оно как, он еще и на грудь принял, из разворота пробил. Ну, здорово, здорово, Сергей Садончик, конечно, здесь завершал. Давайте еще раз любоваться, вот с этой камеры будет прекрасно видно, посмотрите. Сейчас после падения, да, принял на грудь и сразу же первым касанием отправляет.